Почему бы и нет? Зимой светло будет. Днем. Нам это не нужно, потому что организм привыкает к одному времени, потом очень сложно перестраиваться к другому. Я думаю, что это не повлияет никак на жизнь людей. Да. А вы ночью хоть раз ездили на маршрутке? Вот не ночью, там 8 часов утра, конечно, там важно. Вот ты хоть выходишь, ты хотя бы видишь, куда идешь, а потом еще наркоманов каких-нибудь найдешь в подъезде. Да, это важно. Мне все равно, какое время, в принципе, я могу ориентироваться под любое. И под летнее, и под зимнее. В общем, не играет особой роли. Я думаю, что переход на зимнее время – это хорошо, потому что человеческий организм, он же живет не по часам, а по своим биоритмам. И, как утверждают врачи, для человека это будет полезнее и лучше. Я думаю, что обо всех изменениях более подробно мы сможем ощутить на себе только после того, когда действительно уже перейдем на это время. Как мы сможем с утра просыпаться и бодро ли идти на работу или нет. Я считаю, что если люди за это время успели привыкнуть вот к тому, что мы его отменили, то тогда его снова не стоит менять. Отношусь положительно, так как можно будет поспать еще часок лишний. Для меня этот час роли не сыграет. А для кого-то, может, сыграет какую-то роль. Вот если бы прибавили еще один час в сутках, было 25 часов, было бы вообще здорово.